Всем привет, друзья! Меня зовут Виктор, Красноярский край, город Канск. Сегодня мы с вами начнем тест нашего уникального продукта Fuel Gif на автомобиле Solaris 2011 года. 123 лошадиных силы, коробка автомат. На спидометре уже 130 тысяч километров. Без тайны маленько начинает подъедать масло. Я надеюсь на то, что у нас это устранится своим образом, благодаря нашему продукту. И сегодня мы будем тестировать с вами топливо, расход топлива в городе и за городом. Итак, поехали. Итак, друзья, городской режим 9,2 литра на 100 километров. Это, конечно, очень много. Без продукта. Рваное движение. По городу много не проедешь. Максимум 60 километров местами. Поэтому сейчас едем с вами за город. И там проверим по трассе. Пока что по городу 9,2. Так, друзья, выехали из города. Показывает 8,6. Расход маленько уменьшился. Сейчас выезжаем на трассу. Где-то примерно километров 30 проедем в один конец. Приедем на заправку. Заправимся, попьем кофейку и поедем обратно. Так, подъезжаем сейчас к заправке. Обычно заправляю здесь мы заправимся с продуктом Fuel Gif, попьем кофейку, подождем, когда растворится, и, соответственно, поедем дальше. Заправлять будем 92-й бензин, пол таблеточки, кидаем трубку, так, и сам бак. Цена бензина на всех заправках у нас по-разному. Здесь на заправке Техас бензин стоит 46 крон. В городе у нас бензин стоит 48. Машину поставили на стоянку. Сейчас пойдем попьем кофейку, пока продукт растворится в баке, и продолжим движение. Хочу сказать о самом продукте. Какие у нас с вами преимущества заявленные? Значит, первое — это экономия до 30% топлива. Каким образом это происходит? Fuel Gif, он сам по себе является катализатором, а задача катализатора — сжечь максимальное количество бензина. То есть наша таблетка внутри нашего двигателя, да, будет сжигать топливо максимально до 95%. Соответственно, по моим подсчетам, из 100 литров, которые мы заправлять будем в бак, то есть 20 литров мы будем с вами экономить. Второй момент – экология. Бензин становится гораздо более чище, соответственно, меньше выхлопов получается у нас в атмосферу. Следующий момент. Износостойкость двигателя увеличивается. Происходит, что чистый продукт бензина, качественный, и тем самым работа двигателя у нас с вами увеличивается. Следующий момент. Экономия, мы с вами зарабатываем просто. И еще немаловажный фактор, то, что компания сама по себе платит хорошее вознаграждение за то, что мы делимся
этим продуктом. То есть это своего рода бизнес. Ну, моя задача сейчас увидеть в своем расходе топлива максимально выгоду. Я себе продукта взял на 4 тонны бензина рассчитано. Поэтому буду пользоваться, буду записывать видео, делиться с вами. И посмотрим, насколько это в действительности так. И если действительно это так, это будет просто огонь. Потому что я часто выезжаю на дальние рейсы, соответственно, и понимая о том, что здесь я могу экономить, ну это вообще супер. Поэтому, друзья, ждем результатов с вами. Отъехали от заправки 8.2 при скорости в 90 километров в час. 8.1. Как вы видите, друзья, у нас расход уменьшается с каждым километром. Проехали еще немного километров, показывает 7.0. Едем дальше. 6.2. 6.1. Интересно, дойдем до 5.5. Скажу сразу, что машина стала чувствовать себя гораздо плавнее. Двигатель подрывает. То есть скорость, если нужно было там ускоряться в тапочек, то в педальку газа, то сейчас она спокойненько. Чуть придавила, она сразу пошла, полетела как стрела. Машина изменилась, машина стала абсолютно другой. 6.0. Когда мы с вами передвигались, вы заметьте, ребят, какой там был расход. Город 9, потом 8.5. Час у нас с вами доходит до 6. Ну, едем дальше. Итак, дорогие друзья, возвращаемся обратно в город. Расход топлива 6.0. Как вы помните, выезжая на трассу, наш расход составлял 8.5 литра. Сейчас мы заезжаем с расходом 6.0. Вот и все. То есть заявленная экономия, она подтвердилась. Мне это очень нравится. Потому что ездил всегда себе на родину к маме, расходовал 24-25 литров туда-обратно. Теперь этого расстояния и этого топлива мне хватит, чтобы уехать туда, там покатать и вернуться обратно. Супер, друзья! Fuel Gift рулит! Скажу следующее, многие сейчас подумают о том, что это присадка. Нет, это не присадка, это не тяжелые металлы. Это вообще американская технология. Выписывал с Америки. Шло чуть больше месяца, товар шел. Это американская разработка, которая используется у них в технике. То есть они этим самым сохраняют свои двигатели и экономят на топливе. Здесь катализатор. Это катализатор, который позволяет сжигать все топливо в двигателе при коэффициенте полезного действия. Вот. Так что я очень рад, очень доволен. На самом деле бензин в наше время актуальная тема. Такая, которая требует постоянных затрат, особенно где мы с вами живем, в Сибири. У нас это ночные прогревы, мороз и так далее. Бензин улетает очень лихо. Ну, теперь все. Я избавился от этой нагрузки финансовой, потому что у меня сейчас трата на топливо, это как и бензин, и как дизель, и даже как газ, будет распространяться на эти виды топлива одинаково. Все, просто огонь. Я рад и счастлив и доволен.
работы все. Потому что это действительно круто. Экономить на топливе. Экономить семье. В семье экономить бюджет. Экономить бюджет семьи. Это круто. До встречи, друзья. И это только начало. Задача дойти до 5,5 литров на 100 километров. И я думаю, у нас получится, потому что мы только вот первый раз используем этот продукт. Этот продукт еще волокет у нас с вами двигатель, соответственно, частицами все, пленочкой покроется, и будут детали. Многих будет вопрос, что это отрицательно отразится на двигателе. Нет, ребят, никакого отрицательного характера не отразится, а наоборот. А наоборот, только продлит жизнь нашему двигателю. И я еще буду следить за маслом. И если еще и сократит расход масла, то это будет просто огонь. Это будет просто огонь огнища. Благодарю всех за внимание.